Мы не будем регистрировать политическую партию. Почему? Во-первых, мы считаем, что не хватает времени, потому что вы знаете, что политическая партия должна быть зарегистрирована как минимум за 6 месяцев до выборов. А так как мы практически на 100% уверены, что досрочные парламентские выборы будут в конце октября, максимум в середине ноября, то просто мы не успеваем. Это первое. И второе, все-таки я считаю, что правильнее сделать непосредственно, создать блок за СССР, в который вошли бы как можно больше партий, которые, в принципе, согласны с возрождением СССР. Практически все левые партии, все, в принципе, так или иначе, обещают своим избирателям многие вещи. Их обещания практически состоят из многих пунктов, которые мы можем обеспечить, только воссоздав СССР. По-другому никак.